Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Ринок нерухомості після локдауну. Чи варто українцям купувати житло? Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» експертка Національної асоціації брокерів Катерина Корнет та Маріанна Нероде, спеціалістка ринку нерухомості. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Дійсно, вже майже рік України в такому підвішеному стані через карантин, карантинні обмеження. Ситуація з коронавірусом досі не нормалізувала. І за цей доволі складний для багатьох сфер період, що відбувається з ринком нерухомості? Ну, на даний час з ринком нерухомості майже все стабільно, окрім початку, коли тільки почався загроза коронавірусу в Україні, і тоді люди почали якось дуже злегка напружено так себе поводити і почали економити. Тому з початку коронавіруса в тому році все було йшло добре. Ну, тобто люди купували квартири, все було гаразд. А ось вже з літа почалось такий відтік. Коли люди зрозуміли, що незрозуміла дуже ситуація, і почали відкладати гроші на всякий случай, і почали економити. Це важливі фактори. І так, перейду на русский, на ньому все-таки удобней. І по сравнению з 2019 годом, в 2020 году упал процент нотариальных сделок. То есть люди начали меньше покупать квартиры на 8,5%. Это по официальной статистике прям. Вот. А що з приводу січневого локдауну нещодавно? Січневий локдаун, в январі, в принципі, мало хто покупає недвіжимость і знімає, тому що психологія людей, що потрібно все успіти до Нового року. Тому в декабрі обычно це пік покупок, пік продаж, а в январі обычно це вот праздники, все так розмірено, спокійно. Поэтому январь, в принципі, завжди спокійний. Що відбувається із цінами на житло? Напевно, таке питання, яке хвилює більшість українців, дніпрян. От після січневого локдауну, сюди ж відне саме, як ви вже сказали, Новий рік. Чи можна прогнозувати, якими ці ціни будуть найближчим часом? Вони зменшуватимуться, збільшуватимуться або залишатимуться стабільними? С этим локдауном особо цены не снизились, как ни странно. Как правило, наблюдался рост перед Новым годом, ажиотаж всегда – это сезон. Самые люди стараются до конца Нового года закрыть все вопросы, решить свои жилищные вопросы насущные. После Нового года несущественное снижение цен, хотя в будущем прогнозируют процентов на 15, цена будет опускаться. На данный момент очень большой дефицит квартир на рынке. Покупательская способность особо не снизилась, покупателей достаточно, очень мало предложений. Люди аккуратничают, стараются отложить такое событие, как продажу недвижимости до лучших времен. В надежде, что стабилизируется рынок, цена подрастет, тем самым совершают ошибку. Почему? Потому что на данный момент очень очевидно чувствуется дефицит предложений на рынке. На вторичном рынке. Сделаю акцент на вторичном рынке, все верно. Боюсь, это предвещает нам огромное количество предложений, которые были отложены в ближайшем будущем. Но это будет влиять на цену, цена будет опускаться. Ну, от ви сказали за вторинний ринок, а в чому різниця між первинним і вторинним? На первинному ринку очень много предложений. И по инерции, опять-таки, в 2017 году началась такая уже масштабная застройка Днепропетровска. И по статистике сейчас у нас 25 новостроев, которые уже достроились, введены в эксплуатацию. В этом году должно где-то около 26, насколько я помню, вводиться в эксплуатацию. А это уже огромное количество квартир. То есть огромное
жилые комплексы строятся, а покупают их в основном под аренду, либо молодые семьи, либо как инвесторы купили, а потом дороже продали. Это вот три основных покупателя на рынке новостроев. Но их переизбыток, поэтому на данный момент все в таком подвешенном состоянии. И они дальше еще и начинают строиться. Ну, дійсно, у нас наступне питання якраз стосується новобудов. З чим взагалі пов'язано те, що такий великий приріст, скажімо, їх у Дніпрі за останній час? Я думаю, це зв'язано з тим, що інтересно розселяти людей і строїть на старих, сносити старі здання і строїть нове. Є потребність просто. Да. Она, и она была очень активная потребность в 2017 году. То есть в 2017 году, когда застройщики заходили на наш рынок, это пользовалось огромным спросом. И в принципе ездили по городам, таким как Ивано-Франковск, мы были, в Киеве были, и везде очень много новостроев строится. Вот. Но в 2017-м это было актуально, в 2018-м это тоже было супер актуально. Но сейчас уже действительно есть легкий переизбыток. Ну, до речі, от взагалі є думка, можливо, це плітки, що квартири в цих новобудовах не відповідають своїм цінам. Чи дійсно це так? Они идут в уровень ценам тем, которые застройщик выставляет, потому что застройщик считает, это либо обычно арендованная земля, либо покупают землю. Как правило, клубные дома – это покупают, покупная земля, а жилые комплексы – это арендованная земля, ну, большие жилые комплексы. Поэтому делается акцент на этом, сколько вышла земля. Потом себестоимость постройки. Как правило, у некоторых застройщиков цена, себестоимость постройки одного квадратного метра варьируется от 400 до 550 долларов за квадратный метр. Это 400, это если у застройщика своя фирма, которая строит, и, возможно, еще и которая производит как это сказать, детали для постройки. Стройматериалы. Да, стройматериалы. Угу. Вот. Поэтому вот у кого вот эти вот фирмы, они свои, у того цена ниже. У кого это все покупается извне, у того дороже цена. И, понятное дело, какой-то там процент, это, как правило, 10-20% застройщик берет себе. Ну, то есть... Угу. Еще есть такая тенденция, застройщики все-таки выставляют цену на свое усмотрение, да, исходя из спроса. Если, допустим, в определенном доме за период определенный продалось большое количество квартир, застройщик считает нужным повышать цену. Тоже соответственно, не может прогнозировать это на будущее. Ведь тоже цена новостроя зависит от качества дома. Тоже Катерина правильно сказала, в зависимости от того, какие вложения делает в постройку дома застройщик. Ну, на данный момент хороший новострой стоит хороших денег. Ну, так. А як дніпряни от реагують? Як взагалі, от ви сказали, що попит є, зараз він, звісно, там зменшується, збільшується, а все ж таки, ну, як активно вони купують? Із статистики... Ну, самый последний новострой, это вот с которыми мы встречались так, был клиент, который хотел купить, он архитектор, вот, и они со своим инвестором покупают квартиры, делают ремонт и продают их. И он привык, что в панораме цена за квартиру 700 квадратных метров. Ну, это было, когда он строился. Сейчас от отдела продаж все квартиры проданы, а продаются квартиры только от инвесторов. И они как минимум 1000 долларов за квадратный метр. С наценкой. Да, ну то есть наценка. А он говорит, я не буду такое покупать. Ну все. То есть квартиры именно у панорамы, они все проданы. Допустим, возьмем Ривер Парк. Такой огромный масштабная постройка, вот уже действительно, которая уже подходит к концу. И предложений, которые актуальны и реальны, их мало. От отдела продаж есть квартиры еще,
но в основном они конкурируют с ценами, которые уже тоже инвесторы либо частники просто продают квартиры. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що зараз навпаки таких оголошень про продаж мало, а я, от не знаю, готуючись до нашої прес-конференції, стикнулася з тим, що дійсно знайшла дуже багато оголошень про продаж або про оренду дуже багато оголошень. Чи якось взагалі це, як правильно сказати, зараз багато більше предложень або все ж таки попиту покупців, чи все ж таки тих, хто продає квартири? Наверное, больше спрос, наверное, чем предложений. Да. Чувствуется дефицит. Ликвидной недвижимости немного. Покупатели с деньгами, инвесторы гуляют по рынку в ожидании хорошего варианта. Люди осторожничают, стараются отложить продажу, переживают, волнуются. Всегда, много когда... предложений. Это просто те жилые комплексы, которые уже давно построены, и они проявили себя на рынке, они заявили о себе. По новостроям действительно много предложений, есть изобилие, выборы по цене, покупателя будет... В Нагорном районе сейчас строятся 4, минимум 5 жилых комплексов, именно вот в Нагорном районе. И многие... выставили очень хорошую цену, завышенную. Ну, не завышенную, свою они выставили. И тяжело продается, действительно. Ну, покупці, якщо так от говорити, там, сказати трішечки про психологію покупця, то вони все ж таки більше уваги звертають на ціну, ніж на там якість цих новобудов, на якість квартири, а все ж таки от першочергова планка, першочерговий критерій, по якому обирають квартиру, це ціна на житло. Не всегда. Если бы они обращали внимание на цену, то, я думаю, счастливый бы уже полностью бы продался. Вот. А они выбирают вот что-то среднее. В основном это качество, кто застройщик, обязательно обращают на это внимание, как он себя проявил на рынке. И даже если у него и будет чуть завышена цена, то они будут покупать именно эти квартиры. То есть важно имя застройщика. Я бы хотела добавить, все-таки покупатель предпочитает дешевому новострою купить вторичку в готовом состоянии. Да. И чаще всего это обусловлено какой-то необходимостью расширения или покупки жилья первого. Люди предпочитают все-таки, правильно вы говорите, исходя из цены, из того бюджета, который они имеют, стараются купить жилье вторичное. Якщо так от загально сказати, яка взагалі тенденція ринку нерухомості за останній час і що з ним, з ринком відбуватиметься далі, які прогнози? Ну, во-первых, это будет в любом случае нехватка вторичного рынка, потому что однокомнатных квартир по городу до 30 тысяч вообще нет. Вы не найдете, либо будете стоять в очереди за ней. Вот. А новостроев... Новострои, мне кажется, ситуация вот под ипотеку, то, что вот сейчас государственная программа будет делаться и делаются уже, это в основном именно, мне кажется, для новостроев. Потому что именно новострои сейчас такая ситуация, когда предложений много, а люди мало покупают новостроев. Все-таки лучше... купить квартиру в Хрущевке, ну, то есть по экономии, по уже ремонту, ну, и тому подобное. Поэтому так. Ну, тобто, якщо говорити там, знову ж таки, про таку тенденцію розвитку, то ні локдаун, ні карантин суттєво не вплинули на ринок нерухомості. Скажіть, який можна зробити висновок? Чи варто сьогодні українцям купувати житло? В принципе, если срочно надо, то, конечно же, покупать. Если ждет, ну, тут нет какого-то основного правила. Всегда будут люди, которые недовольны ситуацией. Всегда будут люди, которые говорят, что надо было подождать. Здесь нет конкретного, ну, лично для меня нет конкретного ответа. Потому что все дело в срочности, важности решения вопроса. А ситуация на рынке, она всегда будет какая-то нестабильная, непонятная.
Я бы хотела добавить, если все зависит от того, с какой целью покупка совершается. Если покупка совершается в качестве инвестиций, то, в принципе, неплохой сейчас период для того, чтобы приобрести жилье. Но я порекомендовала бы инвесторам приобретать жилье в готовом виде, которое не требует ремонта. Сейчас есть предложение, сейчас продавцы готовы к торгу. Вне зависимости от заявленной цены, очень часто такое встречаемся с этим, сталкиваемся, что на показе покупатель делает предложение на 15-20% снижает цену, и продавец вынужден соглашаться, идет на условия покупателя. Если люди покупают квартиру себе для жилья, ну, конечно, лучше подождать, пока стабилизируется рынок. Это будет ближе к весне, к лету. Цены, думаю, немножко опустятся, потому что на данный момент немножко дурдом происходит на рынке. Ну, ми говорили, а від чого буде залежати? Зменшаться ціни або все ж таки там залишатимуться незмінними? От количества предложений. На данный момент все отложенные предложения ждут своего часа. Когда стабилизируется ситуация с локдауном, с ценами на рынке, начнут появляться предложения, которые были отложены. Люди боятся периода карантина, им непонятно, что это. Многие сомневаются, стоит ли продавать, стоит ли подождать. Некоторые думают, что некоторые в карантин думают, что никто не будет звонить, нет смысла выставлять объявления. Поэтому... Тобто хтось боїться продавати, хтось боїться купувати. Ну, як правило, коли нестабільна ситуація, всі стараються подождати, всі стараються до лучших времен, поки все успокоїться. Навіть в будь-якому случаї, навіть в такій ситуації ринок все одно працює. Тобто покупають, да, продають, спокійно. Так, є багато предложень інтересних. А то, що багато об'явлень є... Не все они правдивы. Как правило, бывают такие ситуации, когда, работая с клиентом, я не успеваю там ему представить, дать ему предложение, он мне просто вот заходит в интернет в открытый доступ и начинает мне скидывать: вот, Катерина, смотрите, мне вот это понравилось, вот это, вот это, вот это, вот это. Я нахожу время, начинаю прозванивать, из, может быть, процентов 5-10 актуальных действительно объявлений, остальное все это фейк. Навіть так, а як от можна якось визначити, це фейк чи ні, тому що ви бачите, от клієнт до вас звернувся, йому сподобалась пропозиція, а виявилось, що це фейк. Як ви розумієте, що це не сильно заманчива ціна і сильно хороший варіант? Ні, саме просто позвонити. Ну і в принципі ми вже бачимо, ну як ріелтор, як спеціаліст недвіжимості, ми вже бачимо, що щось не так, ну на всякий случай, звісно ж, набираємо. Ну інтуїція, вона вже виробилась. Поэтому. Ну, как правило, для покупателя, если вы видите объявление, в котором очень заманчивая цена и прекрасный вариант, который идеально вам подходит, если цена намного ниже рынка, стоит задуматься. Либо это аукцион, нелюбимый мной абсолютно. Невероятной щедрости, да. Идеально все быть не может. Ну, как правило, да, где-то есть подвох. Запитань немає. Що ж, тоді вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про ринок нерухомості, як на нього вплинув локдаун, карантин, і чи варто сьогодні купувати житло. Вам відповідали на запитання експертка Національної асоціації брокерів Катерина Корнет та спеціалістка ринку нерухомості Маріанна Нерода. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!